Всем привет, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Афанов Мюзик, и сегодня мы с вами послушаем Shiny Ruby Клаустрофобия. Вообще, вроде как бы не слышал об этом человеке, как бы ничего, это платный заказ. Если вы тоже хотите платно заказать любой трек, альбом, как бы неважно, то ссылочка на Twitch в описании, там есть ссылочка на Donate Alert, все, можете внимательно прочитать. Помимо этого, Twitch'а вы также можете как бы пообщаться с ребятами. Хочешь мне купить CSGO? Не, у меня достаточно. Короче, это заказ онли курса, да, непосредственно, поэтому сейчас он как бы всегда пишет маленькие аннотации к своим заказам. Правильно делает, тоже заходите на стримы и пишите аннотации, это очень полезная вещь, почему вы заказываете, как бы мне интересно читать об этом. Что это такое, не совсем понятно, как бы буду сейчас знакомиться. Короче, это во фреше чел. А, кандидат во фрешмены. Хорошо, у него прям очень высокая идентика, и звук интересный, атмосферный, инопланетный такой. Меня удивило, когда нашел, но на Воя похоже, кстати, немного. Вот, сам продит, сам сводит. Отлично, отлично. Это интересно, давайте посмотрим. То есть, это кандидат во фрешмены. Это VIP-реакция, кстати, да, забыл упомянуть. Спасибо большое онли курсу, да, за поддержку. Очень приятно, естественно, да, вы тоже можете поддержать. Про Telegram не забывайте. Там очень много всего крутого происходит. И, конечно, не забывайте про то, что там список самоплатных заказов находится. Ну, а мы слушаем. Гениуса, к сожалению, нет. Это очень печально. Но я надеюсь, что в будущем появляться будет. Let's go! Не сужается, твоя милость страха мне сегодня нравится. И твоя фобия, она со мной не справится. Нихуя себе. Отлево расплывается по стенам. Большое помещение, но я не только. Лапово в кровать, малышка, не трогай. Расстройте, микропятки. Мир, они не знаю, с тобой на пятки. Кто-то убил. Да, такой типа своеобразный бридж. Ну, окей, да. Посмотрел на дверь моей классной шеи. Ты себя потратил этим, хоть и быть весь оберти. Четыре стены, не продуман бэкдор. Они сужаются. Милый страх, он мне сегодня нравится. И твоя фобия, она со мной не справится. Интересно. Сейчас садить умеет, это уже хорошо. Хотя меня бесит этот трек, лучше на своем глади послушаю притихи немного, и так звучит охуенно. Начало погружать сильно. Слушайте, один из главных плюсов и в целом один из главных критериев, по которым мы добавляем людей фрешменов, это самый главный критерий, чтобы ты был уникальный человек с уникальной музыкой, и пусть это не пиздец уникальный, потому что аналоги как бы есть, да, что-то около... Хотя... Ну, не знаю, вот, типа, максимально приближенный что-то, типа, маленький ярче, да? Но, тем не менее, такого звука мало, и мы добавляем точно, потому что это пиздец интересно. Это пиздец интересно, спасибо большое, да. Добавляем, будем следить. Ну, местами, как будто мне показалось, что равновато, а так, в целом, это пиздец крутой вайб, пиздец интересно. И главное, что самобытно и уникально. Я думаю, что мы добавим этот трек в плейлист фрешменов, я думаю, вы со мной солидарны. И к себе я тоже добавлю. Не знаю, буду ли репитить, но просто если услышу его у себя в плейлисте, будет приятно. Да, достаточно интересно, при этом, ну, типа, он будет расти в качестве, я уверен. Пока что это, типа, сколько он делает музыку? А, нихуя себе. Ну, Happy Kid, я понял, типа. Окей. Ой, ёб твою мать! Реально Happy Kid, что ли? Охуеть. Но ему еще набрать еще больше опыта музыки в его жанре, может его трек и стрелят. Да, 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 про это же. У чела, подожди, альбомов больше, чем треков. А, нет, треков еще 100. Ой, блядь, пиздец, забейте. Нихуя, он долго делает уже, Вилон Бой. Ну окей, он долго делает, но я думаю, что пришел к тому стилю, который имеет, относительно недавно. Я думаю, да.
У него только в Яндексе 60к слушали, я так он мало известен. Но ВК, я смотрю, вообще по хуйне. Так что мы мало того, что добавляем его в список следящих, тут еще, судя по прослушкам, он добавляется в тот самый список фрешменов, для которых специальная голосовалка существует. Спасибо большое Анли Курсаду, действительно топового человека, нам подсказал, это было круто, мы будем ждать от него новых работ. Да, это самое главное, что самое главное, это уникально, это самое главное. И надеюсь, что его музыка стрельнет, потому что это действительно выглядит неплохо, ждем как бы набирания опыта, больше качества, вся вот эта хуйня, да. Ну а на этом все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарии. Не забывайте про Telegram, Twitch, Boosty, все ссылочки в описании. С вами был я, Афан, вы были на канале Афанов Мьюзик. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.